В поселке Прибрежный, чтобы повысить доступность вакцинации, открылся свой прививочный кабинет. Раньше жителям приходилось ездить на прививку в управленческий. Открыть новый пункт поручил губернатор Дмитрий Азаров. Теперь вакцинацию проводят на базе дневного стационара Самарской городской больницы номер 7. Изначально хотел, конечно, на управленческий, но рад тому, что сейчас у нас в поселке начали вакцинировать. Стабилизации такой нету, вот поэтому, думаю, лучше перестраховаться. Тем более занимаемся спортом. Все-таки в общественных местах находимся. Как организован процесс вакцинации в отдаленном поселке, проверила депутат Самарской губернской думы Марина Седухина. Прививочные кабинеты оснащены всем необходимым для осмотра пациентов. Созданы все условия для медработников. Процесс вакцинации на сегодняшний день является одним из главных для медиков. Потому что мы прекрасно понимаем, как остановить пандемию. Это только привить более 60% населения нашего региона, как в целом и в других субъектах Российской Федерации. В Самарской области работает более 144 пунктов вакцинации. Два из них мобильные. Вскоре будет закуплено еще 19. Всего в регионе уже привиты более 144 тысяч жителей. Из них свыше 84 тысяч получили оба компонента вакцины. Процедура вакцинации занимает где-то у одного человека где-то в районе 10 минут. Да? Но если этот человек имеет хронические заболевания, это займет чуть дольше, потому что он чуть дольше будет на приеме врача. Да? Потому что врач обязательно должен расспросить, посмотреть, убедиться в том, что человек здоров, потому что мы все время говорим о том, что вакцинироваться нужно в здоровом состоянии. Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Записаться на прививку можно дистанционно по телефону горячей линии 122 и на портале госуслуг. Даже при отсутствии электронного расписания можно оставить заявку в листе ожидания. Мария Елчан, события.